Всем привет, это Заебарсик, и сегодня хочу показать вам, каким же способом мне удалось пройти испытание «Тыквенное кладбище» на 3 звезды. Но сразу хочу вас предупредить, что испытание довольно-таки непростое, и возможно вам потребуется несколько попыток, чтобы пройти данное испытание. Итак, погнали! В первую очередь выпускаем супер вышибалу, причем таким образом, чтобы он мог наносить урон адской башне, а адская башня урон наносить ему не могла. Как только супер вышибала доходит до конца забора, в этом месте мы можем выпускать абсолютно все наши войска одной кучей. Выпускайте и ничего не бойтесь. Если вы видите, что кто-то из ваших героев начинает терять здоровье, то прожимайте способности. В этом моменте я также кидаю заклинание лечения. И просто смотрим, как войска будут расходиться. И, друзья, я хочу, чтобы вы понимали, Clash of Clans устроена таким способом, что каждая атака может отличаться от другой. Такова механика игры. И вот именно в этом моменте ваши войска могут пойти по другой траектории. Ничего в этом страшного нет. Может быть, королева зашла бы не в центр, может быть, она ушла бы на ратушу. Все может быть по-другому. Абсолютно одной и той же атаки два раза никогда не будет. Так что запомните это. И вот обратите внимание, в этом моменте я немножко накосячил. Дело в том, что я хотел спасти королеву, но не заметил две бомбы, и королева все-таки погибла. То есть в этом моменте можно было не кидать заклинание невидимости. Именно сейчас я решил прожать хранителя, но считаю, что это тоже не самый лучший поступок. Наверное, стоило бы прожать хранителя, может быть, секунд 30 назад, когда все войска находились недалеко от ратуши, когда дрались с крепостью клана. Наверное, это было бы лучше. И когда вы доходите примерно до этого момента, очень-очень важно, чтобы лошадь была все еще жива, потому что именно она выхиливает нашего чемпиона. Если бы лошади не было, то чемпион уже был бы, наверное, с пол хп, где-то так. И вот здесь основной момент. Чемпион приближается к ратуше. Используем заклинание невидимости. Уничтожаем адскую башню. И используем способность чемпиона. Видим, уничтожаются три последние Теслы. Добивается ратуша и золотохранилище. Если понравилось видео, не забудьте поставить лайк. Также подписывайтесь на канал. Я всегда выкладываю любые прохождения по Clash of Clans. Кроме того, обязательно отвечу на все ваши комментарии. На этом все. Всем удачи, пока!